краевое имущество и переход его в муниципальную собственность. У нас на территории города Ачинска находится не только краевое имущество, но и других собственников, например, железная дорога там и прочие собственники. Вот в вашей муниципальной программе есть рассмотрен этот вопрос? Как вот это имущество должно перейти к нам, либо не должно перейти? Что вот? Есть что-то у вас по этому вопросу? Ну вот на Давыдово у нас спортивный зал. В октябре, буквально на прошлой неделе, у нас был совместный акт осмотра с представителями железной дороги, отдел спорта, КУМИ и непосредственно образовательные учреждения. Ряхин присутствовал. Осмотрели это помещение. По нему планируется, наверное, до конца октября, может быть, первые числа ноября, совет директоров РЖД, где предварительно одобрена эта сделка безвозмездной передачи. Поэтому этот объект планируется к передаче. Возможно, до конца года случится передача муниципальному образованию этого здания. Пока одно. Да, бывший кинотеатр. А на Кирова здание совсем никак? На Кирова здание они РЖД, да, железная дорога, сейчас занимаются оформлением данного объекта в собственность, приведением в соответствие объекта незавершенного строительства. В принципе, они планируют, что у них получится, да, оформить надлежащим образом, ничего не демонтируя и приведя его в порядок, дальше уже ставить вопрос. Намерения такие есть у железной дороги, но у них не готовы правоустанавливающие документы для надлежащей передачи. Угу.